вам когда-нибудь бомжи выламывали дверь? Если вам нет, то мне... Да! Рассказываю своим ртом, как это было! Спал я утром, ничего не предвещало беды. Мама в 5:30 идет на работу, в итоге в 6:40 или сколько там... Не какая-то компашка пьяных бомжей была. Они начали мне стучать и говорить, типа, пусти в свою квартиру, блядь. Я такой, типа, пошли на бицы, блядь. Они мне говорят, ты чё, охуел, блядь? Я тебе сейчас разобью. Ну и я ему говорю, пошел на мне двери, блядь, закрыты. А на секундочку, блядь, их было четверо, блядь. И в итоге, блядь, начинает бить мне в дверь, нахуй. Пусти! Я ему говорю, блядь, да, блядь, перестань, блядь, двери же больно, нахуй. Он, блядь, пробивает мне, нахуй, эту дверь кулаком, блядь, говорит, я тебя Я говорю, пошел нахуй! В итоге я бегу на кухню, блядь, чтобы одеть кастрюлю себе на бочку, блядь. Замотался подушками, нахуй, как бронежилетом. Взял сковородку, блядь, и поварёшку, нахуй. Он мне выламывает дверь, блядь, заходит, и я ему, блядь, сковородой поебал. Он, блядь, падает с ёбаной лестницы, нахуй. Другой бомж заходит, говорит, типа, ты чё, хуй моего брата бить? Ну я подхожу ему тоже, поварёшка по лбу. В итоге подходит еще один, я ему с ноги, блядь, ебал. И четвертый человек, там была девушка, женщина, блядь, пьяная. Говорит, тебе пизда, я беру нахуй, толкаю с лестницы и говорю, пошли нахуй. Закрыл дверь, блядь, вторую, которая была. Я в страхе звоню полиции, блядь, пожалуйста, приезжайте нахуй. Меня бомжи хотят, Но они мне говорят, подождите, пожалуйста, мы прибудем через 30 минут. А я им говорю, какой 30 минут, блядь, меня трахнут. Ну, вроде бы женщина меня поняла и сказала, ждите, через 5 минут приедут. Они приезжают, блядь, и видят толпу бомжей, нахуй, валяющиеся, блядь. Они спрашивают, что случилось? Да мне бомжи дверь выломали! Их начинают забирать, и бомжиха берут нахуй полицейскому в ебать. И полицейский ей дубинка в ебать. И после этого их никто не видел. Ура!